Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн, Гусанёк, Кейстарс, Флайинг, Алекс, Хацкер, Плеймаркет. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Смогут ли Nexboty разрушить нашу крепость?» И Nexboty будут не простые, а гном Nexbot. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Все залетели? Да. Конечно. До начала оставлю одного, давайте посмотрим, насколько он мощный. А Бунги очень сильная, а это вот мы не знаем. Ой, я уже слышу его. А он вообще может ломать здание? Да. Хороший вопрос, Дим. Мы не проверяли. Подожди, давайте... Ребята, все рубрики, которые мы записываем, мы не тестим. Мы просто проверяем их прямо на записи. Это жесть просто. Ой-ой-ой, чуть не поцеловал. А, Криш! Блин, я сильно их много поставил. Кто останется последний, тот будет победителем. Гусанёк! Нет! Все-таки Гусанёк был последний, я увидел. Красавчик, жестко. Молодец, респект. Правильно, это было жестко. Смотрите, самая популярная постройка и самая хрупкая из всех, которая может быть. Все, залетайте, пацаны. Ого, он все балки просто крыши. Мне кажется, он даже жестче, чем Абунга, намного жестче. Это было рядом. На соплях. Чьи там сопли? Кто там шмарканулся? Ребята, настроение отличнейшее. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ай-яй-яй! О, я вот так буду стоять. А, сейчас кто-то упадет. Кейстарс, давай, держись, я в тебя верю. Дэн! Молодец! Ой, я чуть не подавил. Это жесть! Так, кто остался? А, я остался. А вроде бы все упали, не? А я так и не понял, кто был последний выживший. Алекс был. Алекс, ты молодец. Наполовину. Давайте вообще поставим конченное здание. Сегодня у нас будут очень странные постройки. Заходите. Это будка Гусанька. И вот собака тут живет. Хотя он живет в квартире. Но это будет смешно. Гномик пошел. Он просто насквозь проходит и даже не считается ни с какими материалами. Ему все равно бетон, это дерево, плитка. Он все крышит. Ой. Я живой еще. А, нет, мы втроем. Думал, я один остался. Я хочу победить. А кто упал, тоже проигрывает? Да. Главное, земли не коснуться. Ух ты. Это было хорошо. Это было близко. Ну, я выиграл. Блин, так я себе хоть раз в жизни выиграл. Вы красиво, пацаны, отлетели. Так, поставлю 3 штук. Выиграет сильнейший. Ого, доски полетели. Пацаны, кому надо дрова, в конце ролика можете забирать себе. Будете печку топить, борща наварите. Они подо мной. О, нет. А, вот это я поймал, ляща. Вот это жесть. Так, у нас Дэн выиграл еще. Флайинг. О, Флайинг и Дэн, и больше никого нету. Дэн, ты победитель! Пацаны, вы считаете, кто сколько... Еще кто-то есть? Я еще жив. Да. А где он? Да. Я в башне сижу. О, вижу! Красавчик! Давайте, чтобы он его убил. Ну! Ого! Мне кажется, они даже жестче, чем Абунга. Дэн! Дэн выжил. Все, Дэн, ты победил. Ну да, все, огурца нету. Так, пацаны, только что вы считаете, у кого сколько очков? Дима, мне своего одного очка хватает. Да, я тебя понял. Пацаны, залетайте все. Все готовы? Да, давай, поехали. Да, давай. 5 штук всего-навсего поставил, ну как бы, ну, чтоб не сильно убивало нас. Хотя это был сарказм. Они сейчас жестко всех замочат. Ух ты! Ух ты! Гусанёк! Ты забыл, что они просто распинывают это все. Так, да, они просто психи. А, меня выкинуло балкой по животу. Блин, это было жестко. Так, кто у нас? Хацкер, Плеймаркет. А Дэн молодец. А как ты сидишь? Дэн живет. А, понял. А. Прикольно. Ничего себе не жестко. Они очень жесткие, пацаны, очень.
Они просто распинываются. Ну давай. Да блин, они мимо. Вы понимаете, сейчас если прилетит один этот гномик, вы все сольетесь. Перепрыгните кто-то в другую часть этот, карты. У вас же есть вот возможность сюда перепрыгнуть. Тогда будет шанс выиграть намного больше. Вот, правильно сделал. Вот это жесть. Так, трое, да, осталось? Да. Дэн, который сидит на палке. Смотрите, что сейчас будет. Я огурец. А! Дэн! Молодец! Дэн! Плеймаркет, ты выиграл! Ты молодец! Ты красавчик! Блин, ну прикольно получилось. Сейчас будет более такая постройка, уже побольше. И шанс выиграть будет тоже больше. Нормально. Но на самом деле шанса большего не будет, так как я ставлю очень много штук. Готовы слиться, пацаны? Давай. Это будет сейчас самый быстрый раунд. Они просто раскрышили там все. Ой! Мы сейчас все вместе умрем, смотрите. Это жесть просто. Ставлю туда одного, по вашим просьбам, чтобы было все интересно. Погнал дном. Мне кажется, оно не на досках стоит, оно кто-то харкнул, наверное, вот на этом оно и стоит. Кто на Харьков? Кто на Харьков, да. Телевизор летает. Дэнчик! Я думал, ты победишь в этой серии. Ой-ой-ой, там столы летят, диваны. Бочки разлетают, стекла трещат. Гном вообще псих какой-то. Холодильник валяется. Ну? Ой-ой-ой. Ящики. Колесо, пацаны, там запаску кто-то потерял. Огурец, ты что там сидишь? Нельзя, что ли? Во-во-во, пацаны, прощайте. На! Я выиграл? Нет, да я специально, видишь, я проверил. Еще внизу тебя, еще внизу тебя. А, да? Значит, я, скорее всего, выиграю. Сейчас гусенек просто умрет. А где гусенек? Кто в меня стреляет? Дэн. Опа, я здесь буду. Дэн, гусенек, тебе так повезло, слышишь? Сейчас проверим, кого же выберет гномик. Давай. Нет, почему я? Ну блин, ну ладно. А, еще и замочил меня. На всякий случай. Так, интересно, кто же выиграет? А кто у нас? Хацкер и гусенек. Два пацана, одни из лучших пацанов остались. Еще плеймарк сидит. А, еще и плеймарк. А где он, я его не вижу. Вот здесь вот, за этой стенкой. За вот эту стенку залезла. А, ты на туалете. А, ты в ванной сиди. Ну, купайся. Сейчас ты покупаешься на свою голову. А, все, давайте. Все. Слились? Все, гусенек, ты выиграл. Нет, гусенек хорош. Как нет? Ты еще там на параше сидишь? А, он на ванне. Он еще не слился. Не, погоди. А, да, он все еще футболит. Санечек, ну блин, это было близко. Ты готов умереть? Я надеюсь, что нет. Ну! Ну! Ой-ой-ой, осталось чуть-чуть. Ой! Прикольно, осталась одна досточка, уголок от шкафа. Ух ты! Я тут при чем? Вот это получил для ща. Ну все, Плеймаркет, ты вы красавчик. Давай. Давайте разбредайтесь по комнатам. Ой-ой-ой. Это мега большая постройка. Поставлю всего двух, пацаны. Вот, два штучки, все, полетело. Ну-ка. Ух ты, кто там был? О, нет, они не пробили днище. Все, я слился сразу. Все, Дэн, мы с тобой сейчас затащим. Я прям чувствую пятая точка, она чувствительная у меня. Ух ты, это было близко, но мимо. Вот сейчас прыжок будет точно замочит кого-то, смотрите. Ну? Нет. Ух ты, ого, вот это оно вырвало кусок здания. Дима, а вот это вот здание спокойное так-то. Ну да. Ух ты! А что там вообще такое? Опять плеймарк сидит на чем-то. Опачки. Опачки, я лучше здесь буду. Нет, я лучше до Дэна пойду назад. Хорошо, что я ушел оттуда! Вот это было бы прикольно, если бы там слился. Все, это самое везучее место на всей планете. Дима, прими челлендж. Вот на вот этой палочке стоит. Давай. Я пойду, я несу. Не смотри. Верь ему. Я верю ему. Он меня никогда не обманывал. 100% затащил, смотри. Никогда, все, я победитель. Вот, о чем я говорил, пацаны. Ну видишь, Дима? Как он выжил? Вот так вот?
вылезет. А, блин! Видишь, Дима, мне доверять надо. Да, я верю тебе. Спасибо. У тебя будет прыжок. Ну! Ой-ой-ой, а, там еще кто у нас? Гусанек, да, тащит? Хорошо. Что, может к вам прийти? Нет, гусанек! Ты живой? Так, нужно найти путь к вам. Давай, пока не разрушили полностью все здание. Ну? Они летающие гномы любят. Именно на меня идут. Да, они такие психи. Все, все, все! Нет! Фух, спасибо, что я не слился. Ладно. Где вы еще увидите летающих гномов? Вот, я буду здесь тащить. Только на канале Дима Астероид. Это точно. Так что заходитесь, подписывайтесь, все будет. И обязательно залетайте в Дискорд, пообщаемся. Да, может и в ролик попадете. Ой, ой. Они прыгают, прыгают, а убить не могут, да? Разнообразим немножечко. Нет! Лучше бы на той палке стоял. Ну что, я ж тебе не послушал. Ну вот, Дима, видишь, слушаться надо. Да я специально не послушал. Блин, да я думал, я затащу. А кто у нас выиграл? Опять я, что ли? У нас огурец и Дэн стоит еще. Все, ждем. Кто из них затащит, интересно. Ой-ой-ой. Это было близко. Дэнчик, ты готов? Дэнчик, иди на вот эту палку, где Дима стоял. Она фартовая. Да. Ой, красиво, Дэн! Пока мисс, ты побеждаешь что в этом ролике. Дэн? У тебя 2 очка. Это как-то очень странно, но у тебя, видишь, 2 их уже. Смотрите, какая у нас будет мега большая постройка. Это просто жесть. Имба. Да, имбовая притом. Все залетели? Да. Да. О, давайте для разнообразия, для сравнения поставлю абунгу. Ой-ой-ой. О. 4 абунги. 4 абунги, по стандарту. Нет, нет, нет! Ай-ай-ой, ай-ой. Еще получил по мордасам. Хорошо, блин, хотел там, знаете, зацепиться где-то. Я понимаю, что сейчас этот потолок пробьют и все сольются. Ой, нет, меня не надо, я буду над пацанами летать, чтобы они за ними агрились. Да что такое, никто не умирает, я не понял. Гусанёчек! Не везёт мне в этой серии вообще. Ну а кто виноват во всем? Абунги. Да здрасте, а гномики тебе тоже не везли? Да. Еще Дэн живой, я думаю, что... А, Дэн уже не живой, он уже в воздухе. Опять огурец тут сидит. Хе-хе, молодец. Хорошая тактика крысы. Ха-ха, до этого момента была. Ой. Так, огурец убал... Кто-то... Кейстарс, ты победил. Выясняю, кто же лучше, Дэн или Кейстарс. Выживает чисто вдвоем. Ставлю гномика, потому что он не такой агрессивный. А бунги какие-то психи. Все, поехали, смотрим. Давай, Дэнчик, я в тебя верю. Дэн, ты победил! Дэнчик, ты лучший! Молодец! Дэн, я тебе хочу медаль дать. Давай, ему давай. Посмертно, я забыл предупредить. Если понравилась эта серия и поняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.